Я зашел на сервер с самой маленькой картой. В этот момент я даже и не представлял, как начнется мое выживание. Я не представляю, какие там жесткие замесы будут, конечно, на сфере, но думаю, тут будет весело. Только вопрос, а где я тут должен лутаться? Бочки разбивать? И, конечно же, для начала я решил пофармить немножечко бочек, чтобы скрафтить свой первый лук. Пс, братик, не забудь поставить лайк. Ого, тут уже в доме кто-то. Ой, сейчас я лук себе забабахаю. Трактор какой-то стоит, калашисты стреляют. А мне нравится это место. Так тут еще, смотрите, что тут есть. Хоть онлайн на сервере был не самый огромный, но файтов здесь было достаточное количество. Я скрафтил блочку и побежал выбивать первые пушки. Блин, если я даже их убью, то я все равно залезть туда не смогу. В этот момент я вначале не понял, почему по мне не прошел дамаг. Подумал, что тут какая-то сейф-зона, но оказалось все гораздо проще. Тут была защита от руф-кемперов. И так как карта была маленькая, я слышал практически замесы на всей карте. И поэтому рвался сразу вперед к пушкам. Йоньк. Чего? А что мне с этим лутом делать? Я так полагаю, вот это все мне сейчас пригодится. Бежим! Димасик, просто сидим. Там пришел калашист. У нас нет дома. У нас нет ничего. У меня много скрапа. Мне срочно нужно было искать место для постройки и сейвить мой драгоценный лут, поэтому от этого калашиста я решил по-тихому удрать. А что если просто спрятать все в смолсташек? Ой, ой, он смотрит. Нет, медведь, не делай этого. А где я смогу построиться, если тут везде билда бьет? И стоило мне убить одного, как вдруг пришли еще двое. Я сел, дождался момента и решил устроить им вакачакалонду. Hello guys. What you doing? The fuck? What? Кстати, топор мне бы, наверное, пригодился. Бегёнь! Текаем. И ведь знаете, я представлял свое выживание на этом сервере по-разному, но не представлял, что оно будет таким быстрым. У меня появились топовые пушки, но у меня осталась самая большая проблема. У меня нет дома, и я не знал, где я могу построить свою кибитку. А еще тут абсолютно везде стреляли, и вы не представляете, как это было страшно, бегать со всем лутом. Вопрос, где я могу построиться? Может, переработаться тут, чтобы место освободить? Соленье я пока не рискну скушать. Очевидно, построиться я смогу где-то здесь. Там воины какие-то лютые, я хочу... Опа. Тут смогу строиться? Да. Все, это мое место. Так,
Наконец-то я нашел место, где я смог бы построиться. Но все было не так уж и просто. Возле меня постоянно бегали залутанные челики. Фух, я вроде как жив. И как вы думаете, что будет дальше? Конечно же, меня пришли кемпить. Этот парень думал, что он самый умный, но я мог ремовнуть эту стеночку. Хм, самый умный, что ли? Я понимал, что мой домик вот-вот зарейдят, и мне нужно было расширять мой домик, но расширить его я так просто не мог, мне нужно было разбивать печку. Но разбить печку мне не давали мои соседи, которые жили в скале. If you love me, why you leave me? Сто разрывных? Они меня рейдить собирались. Ха! Понимаю. Это тот же самый челик, который у меня откис два раза под хатой. Меня уже шли рейдить. И недолго думая, я решил потратить разрывные на моего соседа. В доме ничего в принципе особенного не было, но я забрал шкаф и поставил свою дверку, и под хатой начался лютейший замес. Please, please kill these guys. These guys try to raid my base. Please. I'm naked, brother. Please. Now what are you, man? I'm in base. I just started playing the server. I got killed, let's go. И после того, как я окончательно разобрался с моими соседями, я решил обустроить мой домик. Пока никто не пришел, мне лицо разбивать. Мне очень быстро нужно застроить мой дом, иначе мне габелло. Сколько тут типов обитает? Это какой-то кошмар. Я точно слышал типа, который топнул где-то. What the fuck are you doing, man? Верстак я могу сразу себе домой отнести, отсюда кирочку стащить. Так, где я могу пофармить камень? Самый интересный вопрос. Потом мы проведем экскурсию по этому острову, потому что я нифига не знаю, где там что находится.
Но очевидно, я знаю, как байтить клановых игроков, чтобы они приходили ко мне. Опа! Сделаю вид, что я его не видел, сяду и буду ждать. А вот он и идет к папочке. Hello! Спидран по расту какой-то получается. Чего? Чё это за кролик? Это чё за кролы такие? А тут нет сейф-зоны случайно? Я почему-то думал, это чей-то дом. И вот фармил я камушек, никого не трогал, и на меня вышел калашист. You fucking fuck. Я потерял весь камень, который я фармил. Меня это расстроило, я решил взять калашик и вернуться к этим парням. Suck penis. Да, тут я подумал, что у них всего одна турель, а у них оказалось их много. Потом я решил немного отстать от моих соседей, ведь мне нужно было расширить мой домик, и я понимал, что меня скоро будут рейдить. И поиграв совсем немного на этом серваке, я понял, что проще всего нафармить здесь, это фармить фармил. Калаш потерял, калаш нашел, неплохо. Я понял простую истину. Фармить самому на этом сервере полный бред, нужно фармить фармил. Фармеры! Я слышу фармеров! Because you farmer, bro. Because you're farmer, bro. Farmer, easy. Я не понимаю, как они не умирают от стольких попаданий в голову. Ну ладно. Hello, bitch. Hello, bitch. Hello, fucking noob. Я попытался поговорить с моими ближайшими соседями, но разговаривать они со мной не стали. Поэтому я решил прийти к ним уже с пушечкой. Йоник! Вот вы только посмотрите на эту бесстыжую морду. Он просто во всех замесах убивал меня с окна. Так, у меня есть план. Я накопил огромное количество скрапа. И чтобы мне выселять таких вот руф-кемперов, мне нужна была лестница, которую я решил сразу изучить. А еще я планировал обустроить мой домик, поэтому я решил изучить гаражку. Нормально. Блин, у него много дверей. Я не думаю, что мне хватит, чтобы его прорейдить. Мне на две двери только хватит. А вдруг он появится, и я его как раз там... Почти на три двери. I don't have anything, man.
Why? Бежать. И вот знаете, такое могло произойти только со мной. Калаш упал прям под ноги бомжу, который пробегал возле этой перестрелки. Что? Я на спокойствии взял свой Томпсон и вернулся на этот же замес. И это были те самые ребята с турелями, которые забрали мой камень. А еще они рейдили возле меня какой-то сгнивший домик, который меня тоже заинтересовал. Жесть, я не понимаю, что тут происходит. Тут происходит какой-то ад. Братик, я такое не слушаю. Задолбали, бегут и бегут сюда. Надо срочно делать выход через второй этаж, иначе это габела. И только я собирался выйти подфармить, как вдруг меня ждали уже дуркемперы. И вот знаете, они появлялись прямо на глазах. Я подфармил немного деревца и начал обустраивать мою крепость. Fuck you, Durkemper, shit. Ребята, что бегали в топ-сетах, уже присматривали мой домик. Но меня это ни капли не пугало. Я был готов к этому. И вот не поверите, пока я ходил за кофе, мой домик выселяли. Это было так грустно. А, я понял, меня зарейдили уже. Я увидел, где Ширик. Алло. Они ничего и не забрали. Ха-ха-ха-ха-ха. Понимаю. И чтоб вы понимали, мой новый сосед, который жил в арке, оказался русским. И скорее всего он задефал это. Они абсолютно ничего не забрали, просто ящики сломали у меня. Вот за ящики обидно. А рейдили меня ребята вот с этой базы. И они стали моей самой главной целью. А также попутно я хотел зарейдить моего соседа Руфкемпера. Но для этого мне нужно было подфармить. А еще я решил наладить отношения с моим русским соседом и добавить его в пати. Ты давай один играешь? Да, давай. Да, я только зашел.
Чтобы изучить взрывчатку, мне нужно было очень много компонентов, и поэтому я занялся лутанием всех РТ-шек. НПЗ-шка. Дрон лежит. Мне определенно нравится, как это все выглядит. Ну и замесы, естественно, я пробежать просто так не мог. С крыши спрыгнул. Минус два. Почему-то мне кажется, что они ливнули на дизморале. Я уж думал, этот АВМ можно подобрать. А нет, нифига. Что это такое? Там челики с пушками были. Так тут можно пролутаться неплохо. Я решил нафармить как можно больше скрапа, ведь мне нужны были ракеты. Так, сколько у меня есть скрапа сейчас? Я бы мог поставить третий верстак и изучить ракетницу с ракетой. Кстати, это идея. Неподалеку от меня я увидел очень интересную территорию, где стояла лестница на заборе, и я решил туда залезть. Там, мне кажется, это уже 500 раз пролутано. Вау! Там есть какой-то лут? Не поверишь, тут все есть! Чувак! Забей! Тут миллиард всего! У меня есть лестницы. Да. Теперь точно. Я, пожалуй, это засейвлю и вернусь туда. Уху! Неплохо. Неплохо. Хороший товар. Блин, до базуки супер далеко идти. Может, все-таки сишки? Ну и наконец, я собрал все свои компоненты, чтобы их переработать и чтобы поизучать взрывчатку. Я тут вспомнил одну вещь, что мне в любом случае нужно изучать ракету, скоростную ракетницу. Неподалеку от меня начали рейдить, и я решил сбегать посмотреть, что там происходит. Восемь сишек? Это этот домик, может быть. Либо что-то дальше. Ага,
Bro, I'm trying to do one last break and easy. Don't say easy. Don't be toxic. Come on, don't be toxic. Don't be toxic. Just finish the raid. Come on, finish the raid. Finish the raid, pussy, come on. А после того, как я раздобыл ракетку, я решил поставить турельку, чтобы под моей хатой не сидели бомжики. Hello? Hello. Bye-bye. Я скрафтил скоростные ракетки и побежал искать челиков, которые катались на тачке. У него джаггер. Алло? Алло? Oh, calm down, please. I'm just a fish. I can feed your family. I'm fish. Look at me. I'm a fish, please. Please, I have a paddle. I just wanna go to the ocean again. Okay, Peter. I'm begging you. I'm just a fish. Thanks, man. Look at my fish rock. Look at my rock, dude. It's a fish. It's so beautiful. Let me see your fish. No, I would have 1v1 him with my rock of fish. Fuck, it's misclicked, bro. Этой рыбке я решил отдать ресурсы со сгнившего домика, так как мне они уже были в принципе не нужны. Кабанга! Fishman down! Oh, please! I pick you up, don't worry, man, brother. You're a true chat. Thank you. You're very nice. Пойду фермить. Ай! Что он хотел сделать, я не понял. Мне по-прежнему нужен был третий верстак, поэтому я решил исследовать карту и сплавать на сферу. Походу, на сфере я ничего путного не увижу. Хотя мне нужен скраб. ПВП-арена. Тут есть ПВП-арена. Ну-ка. Угу. Какая-то фигня, это ПВП-арена. Я надеюсь, тут не будет никаких бомжар. Так, надо разобраться, как мне сюда попасть. Блин, мне кажется, на обычных серверах вот не хватает чего-то такого. Чтобы в воде были какие-то еще дополнительные РТшки, а не просто... Вода и все. Ну, вода и вода, что поделать. Вау. Нифига себе. Сопля? Ну, а после чего я отправился на фарм сервис. Я хотел зарейдить моих соседей, пока они не зарейдили меня. Ха-ха-ха! Hello! He's coming right behind the wall. Да ты терминатор нафиг! И это твой дом, да? Ты остался без хаты. Сейчас я только ракеты скрафчу. Я решил немножечко подбайтить этого парня, который меня убил в спину, и сесть к нему под хату, и дождаться, когда же он выйдет. Но он так и не вышел. У меня уже был третий верстак и немножечко серы, и первым делом я решил зарейдить мою цель номер два. Да где я сейчас бахну? Блин, а что мне тут делать? В
Вот он, куда жук мои калаши прятал. Ну, блин. Я рассчитывал тут что-то увидеть, но... 1700 серы, это, конечно, супер окуп. Уголь. Уголь — это неплохо. А, так тут можно было сразу пачкой, я понял. И за день игры на меня прилетело огромное количество репортов, что ко мне даже прилетел админ. I'm so scary, brother. I stole your inventory. Sorry. Didn't mean to scare you. Alright, good luck, bro. See you later. You too, good luck. Все? О, привет. Дроп. Ты офигел с лестницами ходить? Наконец-то, докрафтив взрывчатку, я решил наведаться к моему соседу. Тук-тук. Это я. О, это плохо. Это очень плохо. О, это супер плохо. О, обычная дверь. Я, возможно, смогу туда проскочить. Йоник! Йоник! 113 и одна ракета, по-моему, хватит. Ой. Неприятно. Уть! Нет! 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 Ух! Ух! Неплохо. А где сера? В шкафу, может быть? Спасибо, Раст. Ящик с компонентами. Ёлик! И нету ящика с компонентами, все. А можно вон тот ящик, вон, который вон туда провалился? Мне вот сюда обратно его вернуть, нет? Ну и наконец, я решил зарейдить тех, кто зарейдил меня. И для этого я скрафтил лестницы, чтобы перелезть к ним на территорию. Все равно меня никто рейдить не придет. Пока эти пацаки там МФК-шат где-то, я посмотрю на ваш домик. Ой, не хмбк двери, это, конечно, не очень круто. О, это еще и бункер. О! О, Биг Йоник! Так я сейчас за ваши ресурсы вас и взорву, пацаки. Привет, турель. Иди нафиг, не включайся. Блин, а как вас лучше всего рейдить? Что это за дом вообще? Это 2 на 2? Бро, I have deal for you. Really good deal. Are you hear me? Yes. If you farm for me wood, I can give you some stuff. I can give you guns. I have 2 box guns. But I need wood. Yeah. Take it.
You can farm this wood, and I cover you, and I give you guns. Взял в рабство без смс и регистрации. На самом деле это выгодная сделка для этого пацана. 10k wood, only 10k, and I give you stuff. Шевели бульками. I don't know, bro, I just know two words. It's move your ass. Шевели бульками. Yes. Блять. It's move your ass. Шевели бульками. My little farmer, шевели бульками, I need wood right now. Thank you. Easy. Take, bro. Thank you. Yes, bro! What the fuck, man? Oh, this is so much. Thank you. Thank you, bro. You too, bro. Good luck. Вопрос на миллион. Сколько у меня тут пороха? 3000. 3000 это 60 экспы. Не густо. Ну и наконец, как только я докрафтил ракетки, я уже мог зарейдить цель номер один. Так, надо хилок себе побольше сделать, потому что мало ли. Вы у меня сегодня калаш забрали, в спину меня убили. Как вы могли, жуки? Блин, у него там турель есть. О, ну как и планировалось. Все по красоте. О! Привет. Я до них не достаю. Вот это драгоценный лут, согласен. О. Серьезно? А где взрывка хоть какая-то? Может, в шкафу будет? А, так это вход у них. Походу на этот раз без серы. Честно говоря, я не думаю, что у них что-то есть в плане серы, потому что они меня пришли рейдить. Походу у них все настолько плохо было, что они просто ливнули. Бедолаги. После чего весь краб, который я у них нашел, я решил потратить на изучение. Ну а свой домик я решил отдать первым попавшимся бомжикам. Йоу! I'm Bleacher's teammate. Me and him. What's going on in here? Let's go. Parkour offer. I'm just guarding. Nice. Oh god, this is embarrassing. Yes! Woo! Come to me, brother. I give you my code lock. Oh, I thought you killed. You can open doors because I'm remove locks. Yo, the agents? Yes, this all for you guys. Thank you, my friend. Oh, shit. And I have good deal, bro, for you guys. Die. Wait. Yo, type. Shivedi pussy, блядь. На самом деле, хоть онлайн было не 300 и не 500 человек, на этом сервере все равно было весело. А для тех, кому понравился этот сервер, коннекты я оставлю в описании. Ну и спасибо всем за просмотр, надеюсь, вам этот ролик понравился. Ну и не забывайте про комментарий, лайк и подписку на канал, все в этом роде.
Ну и всем пока! А еще знаете что, вот я тут подумал, короче, вот если вот так вот представить, вполне вероятно, с точки зрения вселенной, я просто сейчас растянул целых 5 секунд.